От катастрофы к возрождению. Под таким названием открылся обновленный зал в Еврейском музее. Экспозиция охватывает историю послевоенной жизни советских евреев с 1946 по 60-е годы. Выставка состоит из 9 тематических разделов. Начинается с раздела «Послевоенные надежды». Он посвящен возвращению СССР к мирной жизни. А далее идут печальные страницы истории живших в СССР евреев, репрессии, борьба с безродными космополитами, прекращение деятельности Еврейского антифашистского комитета и смерть его первого лидера, режиссера Соломона Михоэлса. Ему посвящен целый стенд. А это инсталляция камер Лубянской тюрьмы. Ничего лишнего. Две кровати, стол и табурет, а также паркет, который заключенные должны были чистить до блеска. А за счет аудиосопровождения, находясь здесь, полностью ощущается атмосфера тех жутких времен. Вот список бывших заключенных, чьи воспоминания можно услышать в камере Лубянки. Это строки, написанные Александром Солженицыным, врачом Александром Гуревичем, журналистом Михаэлем Маргулисом. В создании экспозиции использованы последние достижения в музейных технологиях. Панорамные экраны, стилизованные мультимедиа-инсталляции, интерактивные решения, световые и графические элементы. Например, в разделе «Хрущевская квартира» посетители музея могут подслушать обсуждение политического положения в стране, посмеяться над шутками и стать невольными свидетелями кухонных разговоров. Сыночек, ты же понимаешь, тебе чтобы сдать на 5 нужно? Ну, сдать на 10, да. Но это нечестно. Почему? Ты еще спрашиваешь? Потому что ты еврей. Один из самых ярких объектов обновленной экспозиции – интерактивная инсталляция «Незабытые имена». На звездном небе высвечиваются имена жертв политических репрессий. Иезекииль Добрушин умер в лагере 11 августа 1953 года. По словам организаторов выставки, ее главная задача – просветительская. Основная предполагаемая аудитория – молодое поколение, которому следует знать историю и многогранность событий того времени без прикрас.